Всем привет, вы на канале Рим. Сегодня я вам покажу, как сделать ютубера в Роблокс, чтобы он получился у вас именно вот таким вот. Ну, я наушники просто взял сам, в каком-то режиме получил, уже не помню где. Заходим в браузер, выбираем каталог, аватар магазин, пишем здесь вот YouTube. Enter. Там где избранное, выбираем одежду. Тут нам показано по 7 робоксов одна вещь. Спускаемся. Можно даже вот такую вот одежду за 5 робоксов. Я оставлю ссылку в описании. Я оставлю ссылку в описании или в комментариях. Вот такие вот штаны. Вот они у меня есть, но почему-то робокс тормозит. А, здесь, по-моему, очень много этих одежды одинаковых. Я покупался с 4 звездочками. И смотрим штаны. Тоже вот такие вот штаны. Сейчас, вот. Заходим в аватар. Одеваем эти вещи и снимаем свои вещи. Мамайка, да не нужна. Ты же вот эту вот маечку мы снимем. Ну и крылышки тоже, может быть, не нужны. Где-то маечка вот. И это тоже не нужно. Ой, извините. Микрофон чуть не упал. И вот такой вот у нас человечек появляется. Я люблю поставить такого человечка на 50% высоту. Давай вниз, ищем волосы и выбираем волосы, которые вам больше всего нравятся к этому стилю. Head. Выбираем head. И выбираем шляпу. А, тело. Голова. Голова это head. Я что-то запутался, да? Мне нужны волосы. Волосы находятся в одежде. И я выбираю вот такие вот волосы. Мне они больше нравятся к этому костюму. Ну, давайте проэкспериментируем. Что если добавить вот это, вот эти вот волосы? Что получится? По-моему, не подходит. Мне больше нравятся каштановые волосы. Они называются Brown Charmer Hair. Они должны быть у каждого человека в Роблоксе. Ну, а если вы девушка, то тогда выбираем тело. А вообще можно костюмы, прессер костюмы. И выбираем тело Woman. Оно в Роблоксе бесплатное. А потом переходим в одежду. Брюки выбираем и шерсть выбираем. И получается вот такое вот это. Ну, высота в 50%. Как будет? А получается даже, по-моему, неплохо. Заходим в одежду, волосы. Ну, попробуем эти волосы. Я хоть и не девочка, но проэкспериментирую. Они у меня каким-то образом достались. По-моему, получается неплохо. Ну, а на этом видео кончается. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если
кто не знает, под, кнопочка подписаться выглядит прямо как значок YouTube красный. Надо, чтобы кнопочка подписаться стала серой. И тогда у вас будет все счастливое. А вы ставьте лайк, это палец вверх для тех, кто не знает. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.